ушел. Ну, решил я, короче, всех провайдеров обойти. Это не получается, был сейчас дом ру. И это вот тут газа ходил. И дом ру хотел зайти в Ростелеком. Поставим чек на ключ, вот сюда, вот торгался, чтобы два появлялся. Что-то маленько сбежали. Потом сегодня ночью позвонил в ТДК. Скорость не правда, это 100 мегабит всего. Но у меня тоже 100 мегабит. Еще и потому, что роутер. На самом порт, который входящий, исходящий. Они 100 мегабит. Ну и оплата получается с самого интернета, все равно длинно больше 800 рублей. Получается ТТК, у них акции 350 рублей, 6 месяцев. Он будет 450. Плюс дом.ру, Ростелеком, они что-то как дополнительную услугу берут. То, что управление туда-сюда канала. Сейчас мне думают. Могу сказать, что типа нету всех там. Еще раз году точно. Получается, Ростелеком офис свой ликвидировал. Дом.ру тоже вот один офис остался. Клиент туда не пускает. Звонил. Потом встал видео снимать, видимо, увидели. И вышел. Мальчик вышел. Решил меня обслужить. Прям при банке я говорю, ну ты че? Ну смотри, совсем мало, то, что у тебя не купил, но кстати. Ну вот. Я вам пытаюсь объяснить, ну это же не возражение от тебя. Мой мальчик просто, видимо, копейку хотел зашибить. Говорю, если бабка придет какая-нибудь старая, которая не имеет ключа спики. Он объясняет, что в Российской Федерации типа там люди имеют право включать информацию, исключать договор в устной письменной форме, тем более обязательно письменная форма договора. А тут вот клиент не имеет права вносить изменения в договор, в условия договора. А вот с печатью совсем, с подписью не получать. Касса оплачивает тоже любым способом, должны оплату принимать, установлен закон. Тут вот как-то так. И вот и бабка-то пришла, и ничего. Они с ней как типа с дурой разговаривают, вот телефон звонит туда. Ну хорошо, женщина нормальная попалась, адекватная. Ну и тоже у них это службы, которые на телефоне сидит, справочник. Там всего два человека сидело, вместо пять. Они тоже все потом сокращали. Ой, не эпидемия, никто нет, кто не болеет. Здесь у нас теперь вместо этого офиса у нас Николаевский. Это тоже телефон. Лучше не знаю, кого не брать. Оборудование старое, морально устаревшее, завышенное цель. Лучше на Авито брать, не стоит. Провайдер. Это барахло. Надо этот вопрос взять. Так что в случае с бабкой, как я понял, там ее увидели квартирант, манули ее, что заплатили.
Ресторан, второй сайт. Кто-то тебе искали, а мы в сентябре все заплатили. Мы распечатали номер договора, все у нас здесь. Объясню, что вот держится бить. Покажите эту бумажку. Все, оплатите. Скажите без комиссии. Вот. Раньше то, что нам говорили, что варианты удобства тебе делать, это обязательно. И может это такая пандемия коронавируса была. Все видимо. Выкрыли отмывшие права. Хорошо, что не отменили. Этот спорт точно из 4 не может дойти. Все, лучше оплачивает только там. Чипок. Так что моя эпопея продолжается, чем закончится. Кстати, видео сейчас я не загружаю, там несколько видео было, смотрю за отношения. Это я никого не рекламирую особо сильно, такая, про которую я хорошо отзываюсь, но все-таки скорость самая маленькая, 100 мегабит. Может и прям, чем может интернет. Меньше возможностей. Тем лучше с клиентами работает. Ну, а так вот. И цены доступны делают. Конкуренция в чистом виде. И монополизм. Который не ставит ни во что. А интернет-связь — это социально значимая функция. И там вот нельзя так себя вести. Все остальные. Все, заканчиваю.